Друзья, всем привет! Друзья, привет! Привет, коллеги! Привет, команда Number One, армянички! Мы вас приветствуем с города Оренбурга. Всего один день назад, даже уже два, скорее всего, да, завершился у нас саммит в городе Оренбурге. Друзья, потрясающие события, потрясающая энергетика. Вроде бы был такой тесный круг, но настолько наполнились эмоциями и знаниями, и я еще раз убедилась, как же классно, что в компании есть такие мероприятия, на которых мы можем именно встретиться. Не пообщаться через монитор экрана, да, вебинары – это все классно, их нужно посещать. Но того посыла, который исходил от людей, ну, это не передать через монитор. И я очень рада, что у нас в гостях был Александр Шубегова. Саш, тебе привет, уже по тебе скучаю, жду встречи в других городах. Артем Тимофеев, наш спонсор, наш сапфир, ну просто наша гордость, наш пример для подражания. И все, кто посетил наш саммит, партнеры из других городов, это было очень приятно. Мы надеемся, что вы уехали с такими же эмоциями, правда же? Все было отлично. Друзья, саммит прошел просто на ура. Конечно же, мы волновались, переживали и даже немножко приболели после этого саммита. Было вот такое большое нервное напряжение, да. Для нас это было ответственное мероприятие. Мы хотели организовать его на высшем уровне. Ну и те, кто посетил это мероприятие, может по достоинству оценить, насколько мы действительно подготовились, да, к этому саммиту и его провели на достойном уровне. Друзья, именно саммит мастеров является главнейшим, важнейшим мероприятием года в компании. И именно здесь дается все самые четкие инструкции, как нужно действовать. И, к сожалению, очень мало людей, которые поняли значимость, хотя на протяжении, наверное, целого месяца мы из видео в видео, да, из каждого общения с каждым человеком говорили, пытались донести эту важную мысль, что нужно быть на этом событии. К сожалению, люди, которые не посещают такие мероприятия, мы их видим, но они хотят больших-больших результатов, хотят вот таких красивых машин, которая сейчас стоит за нашей спиной. Это честно заработанный Олесей, нашей семьей автомобиль от компании Армель, Kia Rio. Все хотят быть на таком автомобиле. Но мало кто хочет хорошо трудиться. И мы уже видим, что некоторые партнеры, как параллелька, так и из нашей команды, в поисках быстрых результатов, ничего не делания, пытаются реализовать себя уже в других проектах, в которых их зовут, заманивая, что мы там первые, там, я не знаю какие, да, обещают маны небесные, и они надеются, что вот-вот сейчас они первые придут, что им обещают, что под них будут строиться какие-то там структуры, да. Друзья, ну, могу сказать, что те люди, которые уходят вот на такие вот красивые лозунги, да, красивые обещания, либо не понимают действительно, что такое сетевой бизнес и как в нем зарабатывать деньги. А почему не понимают? Потому что не посещают такие мероприятия, как саммит мастеров, друзья. И подаются на провокации, да, уходя в надежде, что все у них там получится, что с минимальными усилиями они зарабатывают деньги. Друзья, ничего не получится. Потому что все начинается с того, что вы сначала вкладываете вот сюда себе в голову информацию на таких саммитах и начинаете действовать, друзья. Да, на самом деле нету вот этой кнопочки халява, кнопочки бабло, везде нужно работать. Но тем не менее, я всегда говорю партнерам своим, что я всегда уважаю твои точки зрения. Просто вопрос, давай разберемся, да, почему, насколько это перспективно. То есть я всегда за открытое общение, а не, ну так бы, скажем, не скрывание и неведомые, да, держать друг друга. Прямо пообщаться, мы коллеги в любом случае. И
Если кто-то из вас сегодня решит реализовать себя в другом проекте, и у вас это получится, я буду только рада и буду рада, если я чему-то смогу научиться. Но пока для себя я не вижу такой огромной перспективы. И опять же, возвращаемся мы к саммиту. Друзья, если кто еще не посетил это мероприятие, не купил билет, саммиты пройдут еще в 5 городах, есть время приобрести билеты и там побывать. И, поверьте, то, что вас ожидает, это даже намного больше, что мы сейчас пытаемся рассказать и донести. То, что было у нас на саммите, ну, знаете, пробивало просто до мурашек. Я не хочу открывать все завесы тайны, ну, все сюрпризы вам открывать, но то, что было, это, ну, просто, да, я представляю, ну, догадываюсь, что Володя сейчас понимает, о чем речь, догадываются те партнеры, которые были в Оренбурге, и вас, друзья, это ждет на каждом из саммитов, которые вы посетите. Более того, я хочу вам сказать, что мы планируем посетить еще 2 саммита, дай бог, мы сейчас придем в себя, отнимаемся и порадуем себя еще порцией информации, потому что когда информацию слышишь один раз, это хорошо, второй раз ты слышишь и понимаешь уже более что-то осознанно, а третий раз ты вложил это в голову и уже не 100% начинаешь идти действовать. И почему-то у таких людей случается тот результат, да, на который некоторые говорят, ну тебе повезло, ты пришла раньше меня, поэтому я буду искать новую компанию, чтобы быть первой. Друзья, это, ну, некоторое такое заблуждение, если ты готова общаться, открыто к общению, звоните, пишите, мы всегда на связи, общаемся с любым человеком из нашей команды. Друзья, неважно быть первым, да, в компании, прияв в новую, совершенно новую компанию, вы подвигаетесь большим риском, потому что ничего не понятно, стартап вашей компании пойдет или не пойдет, да? Есть очень много факторов, которые зависят от, ну, не только от продукта, от президента компании, от команды, которые пришли. И мы были недалеко не первыми в компании «Армель», мы пришли достаточно, скажем, поздно по меркам компании, хотя нам предлагали в самом начале присоединиться к этой компании, мы наблюдали, потому что мы знаем цену тому, когда вы приходите к какому-то стартапу, да, вы подвигаетесь большим риском, и вы ведете туда людей. И хорошо бы, если бы стартап был удачным, да, но история такова, что 95% стартапов, они рушатся, и рушатся по разным причинам. Поэтому, друзья, мы пришли спустя более чем год с момента старта компании, и это нам не помешало быстро за короткий промежуток времени выйти на доход, исчисляющими не десятками, а сотнями тысяч рублей, друзья. Это не помешало нам заработать не только одну автопрограмму, но в нашей семье открыта уже вторая автопрограмма. Друзья, если вы действительно хотите хороших чеков, хотите автобонусов, путешествовать с компанией, друзья, посещайте саммит мастеров. И совсем скоро, возможно, мы с вами, друзья, увидимся в Ростове-на-Дону и в городе Питере. Зайдите, купите билет, кто еще не приобрел, и вы можете познакомиться не только с нами, но и познакомиться с теми мега-лидерами, которые являются практиками, которые вам дадут четкую пошаговую инструкцию, которую мы давали в городе Оренбурге. И уверен, что большинство людей, которые побывали на саммите в Оренбурге, уже сейчас уже делают свои планы, да, которые мы составляем на второй день. Уже сейчас появилось у них хорошее видение, как строить этот бизнес. И уже сейчас они начинают подключать и хорошо создавать товарооборот, друзья. Да, мы не отговариваем вас ни от каких действий, мы протягиваем вам руку к успеху вместе с нами, вместе с командой Number One, вместе с компанией Армель. И, друзья, все возможно, надо только идти, действовать и принимать всегда правильные стратегические решения. С вами была семья Селезнёвых, Алиса и Володя. И команда номер один, друзья. До связи.